Установка программы Glory Photo Pro обычно занимает не более 1 минуты. Необходимо скачать архив с программы. Ссылки находятся под видео. Извлечь. Извлеченный файл запустить от имени администратора. В окне нажать кнопку «Установить». Появился ярлык. Это говорит о том, что программа Glory Photo Pro установлена. Теперь ее нужно привязать к вашей версии программы Photoshop. Запускаем. Открылась панель Glory Photo Pro. Видим красную кнопку. Написано: «Внимание! Панель не привязана к программе Photoshop. Нажмите эту кнопку для привязки». Нажимаем. Далее нужно выбрать папку с вашей версией программы Photoshop. Отмечаем. Выбираем. Ждем. Открывается программа Glory Photo Pro и открывается Photoshop, к которому мы ее привязали. Программа Glory установлена, настроена и готова к работе. Если у вас в компьютере установлено несколько версий программы Photoshop, то привязку к версиям можно менять по мере необходимости. Для этого нажимаем верхнюю кнопку, выбираем папку с другой версией программы Photoshop. Эта версия закрывается, открывается панель Glory и новая версия программы Photoshop. Теперь Glory работает именно с ней. Также хочу отметить, что программа Glory Photo Pro не является плагином, никак не встраивается в вашу программу Photoshop, а просто работает с ним, используя уникальные алгоритмы, разработанные при участии профессиональных фотографов и ретушеров. Спасибо.